Всем привет, ребята! Сегодня мы проиграем в очередную очень офигенную игру под названием Pony Island. Да, сейчас, может, вы об этой игре так не скажете, но я вас уверяю, это будет интересно. Меня зовут Филаор, если кто не догадался, и мы начинаем новую игру! Ну, естественно, новую игру. Эти тут громкие звуки, а? Я что-то как-то не додумался, надо было поубавить. Ча, зайдем в настройки и поменяем. В смысле? Алло, алло. А где нормальные настройки? Мы получили бесплатный билет. Зачем-то он нам нужен, видать. Скрытые настройки. А ничего, было сломано? Ну, видать... Чё? Ну, видать, оно и реально было сломано, потому что... Правда, это так громко. Просто обосраться, как громко. Ну, ладно, потерпим. Недолго я это на записи уберу, так что... Надеюсь, не будет вот это... Check start press D. Start to leave. Стартуй, чтобы уйти. Запуск начала. Так вот. А, мы сделали некий мостик такой, чтобы мигающая тырдочка смогла пройти. Отличненько. Начнем игру. Pony Island. Хотя мы вроде бы уже написали, что мы начали игру, но, видать, она начинается только сейчас. Мы сейчас посмотрим, как оно, и будем клево проводить время. Что даже так просто? Ошибка загрузки в виде игры. Ну ладно. Оно дальше не идет. Эта херня ее возвращает. Понятно, тогда вот так. Сделаем мостик, и загрузка игры продолжается. Давай, давай. Иди. Тебе обязательно надо было ее чинить. Не так ли? Она должна была сработать. Я тестировал ее 1000 раз. Ну, видать, не работает. Настало время поиграть. Добро пожаловать в Pony Island. Спасибо. Нифига ты ее, говоришь, тестировал 1000 раз, да она же унылая. Играет унылая музыка на унылом фоне, но мы играем за поняшку. Мы играем за поняшку, за единорожку. И все, что нам надо делать, это флэппи-бёртить в поняшке. Это такая... Флэппи-пони. Флэппи-пони. И конец, как у Марио. Это что, нам надо... Типа как подождать до сотни? Ну нет, чувак, я не буду ждать. Я пойду дальше. Следующий уровень, давай, хоба! Давай, хоба! Мы превозмогаем силами прыгать поняшкой маленькой пони. Знаешь, как поняшки, маленькой поняшки. Сложно перебегать своими лапками и крутить голову на 360 градусов. Что? Знаешь, как ей сложно прыгать, она устает. Чё, реальность, вынос мозга? Где мой курсор? О, я увидел свой курсор. Испытайте полную версию Pony Island. Видите свою душу, чтобы продолжить. А вот это видел? Видите свою душу, говорит, чтобы продолжить. Не, спасибо, моя душа еще мне нужна. Что делать? Что это такое? Один из 24 билетов найдено! Офигеть. Ладно, громкость мы оставим пока такую. Я не знаю, я потерплю. Потом, если что, нормально будет. Значит, тут 24 билета еще найти. Я не буду водить свою душу, еще раз тебе говорю. Я что-то не вижу, да? Что не так-то? А, вон она, все увидел, увидел. Так, это у нас код.
Ага. Вот это, наверное, перенесет на следующую строку. Тогда надо сделать вот так. Вот так. Не иди дальше. В смысле? Pony Island не работает. Обнаружение проблемы. Решение. Решение обнаружения проблемы. Нафиг оно нам надо? Так, опять надо искать эту дырочку, да? Куда нажимать? Или надо было дождаться конца? Или что надо было сделать? Я нихрена... А? Нихера себе! Вот так вот играешь, играешь какой-нибудь автомат, а потом бац, и залез в комп. Правда, не понимаю, как в автомате может быть мышка, ну да ладно. Pony Island. Нихера. Лёхи. Это не Алекс, это Лёхи. Лёхи, Йохи, Бёхи, Ихи, Тёхи. И они все не работают. Повреждён. Pony Galaxy. Это игра. Давай. Пяу. Ай! А чё они не убивают? А! Они не с первого раза убиваются. Работает, кстати, только на пробел почему-то. Всё остальная игра работала на мышку, а это работает на пробел. Что это? Что это такое? Нас летит. Тут я не знаю, да, как помните, был раньше прикол с синим белым платьем. Вот тут что-то такое же. Вот я не знаю, что ты видишь, но я вижу летящие в меня куски пиццы, кусочки пиццы или пирога или что-то такого. Я, наверное, просто голодный. Я сегодня еще нормально не пожрал. Ну, да. Но это реально пицца. Смотрите. Мы заработали билет, и нас выкинуло из игры. Ну ладно, это нормально. Нормально. Прохождение текста. Ну давайте почитерим немножко. Если игра предугадывает то, что мы будем читерить, то давайте. Так, поменяй местами блок продолжить с оранжевым блоком вправо, а блок петля с освободившимся блоком продолжить, как только игра вылетит, закрой два окна, нажав на крестики. Так это уже было. А, нажми на ярлык мессенджер. Окей. Hopeless Soul. Это переводится, по-моему, как надеющаяся душа, или как-то так. Что это было? Привет! Привет! Ты видишь мои сообщения? Пожалуйста, ответь! Привет! Давайте ответим! Привет! Мои мольбы были услышаны! Привет! Как ты? А кто ты? Я Филаор. Филаор. Привет, Филаор. Здорово. Филаор, я нахожусь здесь в заточении. Я с жестким диском разговариваю? Не хочу тебя пугать, но, возможно, мы разделяем одну и ту же участь. У меня есть план, но я не знаю, как его осуществить. Мне нужна твоя помощь, Филаор. Подсобишь? Так, это английский, я переведу на русский. Естественно, мать ее. Вот так вот. Что это было? У меня еще что-то есть. И снова привет. Это кто? Один ферперфор. Ну, он меня просил что-то. Ну, я не знаю. А, подожди. Я не знаю. Я не знаю. И чё? Алле? Ну, надеющаяся душа мне не отвечает, поэтому... Здорово, кто бы ты ни был. Ты наверняка гордишься собой. Ты взломом сбежал из Pony Island. Положительная цепь обратной связи за выполнение примитивных прыжков не сильно тебя привлекает. Кто там пишет тебе? Как же ужасно, что ты всё-таки ускользнул. Вот надо было тебе это сделать. ХЗ. Я не знаю, кто мне пишет. Алло. ХЗ. Что? Кто бы то ни было, не общайся ни с кем другим. Теперь перейдем к моему плану. Данная операционная система зависит от трех основных программных файлов.
Удалив один, он утратит свою силу, но чтобы выбраться отсюда, нужно удалить все 3 файла. Ты меня понимаешь? Да. Ты с кем там разговариваешь? Хорошо. Что делать? Он говорит, не переписывайся ни с кем другим. Ответь, сука! Ладно. Ни с кем. Какой же ты высокомерный. Я внес некоторые изменения в Pony Island. Посмотрим, как ты сейчас запоешь. Я просил тебя с ним не общаться. Эй, стой! Довольно. Теперь ты мой. Скажи «да, хозяин». Ну так охрен ли? Конечно. Мы вернулись. Я не писал эти 2 символа, они написались как-то сами. Ну ладно. Похоже... я пишу «иди в жопу». Ну ладно, хорошо, раз... У тебя такое самомнение о себе, то ладно. Да, хозяин? Благодарю. Не-не-не-не-не-не-не-не. Мышка меня не слушается. Еще как, посмотрим. Видели, да? Видели по пентаграмму? Видели? Там красным написано Сейтан. Сейтан. Это сатана. Так мы играем с самим дьяволом? Ну что ж, такие игры по мне. Веди пароль, смертный, веди назад, чтобы выйти отсюда. А кнопочку специальную ты не подготовил, что ли? Ладно, настройки. Не работает начать игру. Улучшено время загрузки. Думал, будет просто? А что ты думаешь сейчас? Эй, да какого хрена? Возрождение. Да как? Да ты дурак что ли какой? Как мне это пройти? Игра окончена. Моя игра трудна, но честна. Вернись, когда повысишь свои навыки. Или же сдай свою душу. Да ты какой дурак, а, смотри-ка. О, у нас настройки разблокировались. А, нет, подожди, я не туда нажал. Назад. Настройки. Так, ладно, сглаживание мы оставим. О, почини главное меню. Ладно. Хорошо. Оно не... никак, понятно. Снеговичочек нам не нужен. Зачем нам снеговичок? Скрытые настройки. Они все падают, да? Дополнительные настройки? Ну, как, давай. Дополнительные... геймплей? Опытный образец настроек. Лезвие пони, бесконечные боеприпасы, пони-мобили, свобода воли. Свобода воли нельзя. Это чё? Тоже нельзя. Лезвие! Да ладно, мне бы пригодились лезвия. Бесконечные пони-мобили. Ничего не работает. Нихера. Абсолютно бесполезные настройки. Это те же... то же самое, да? Да, блин. Так, давай, геймплей, опытный образец, абсолютно это. Здесь настройки получше. Настройки спасения пони. Вау! Читер! Дай мне лазеры! Я хочу лазеры! Хочу-хочу лазеры! Я не позволю тебе жульничать в моей игре. А как мне победить ты? Ну я-то опытный читер, да, получается? Мы играем за такого, не знаю, грешника, читерюгу или кто-то такой. Потому что
Все читеры грешники. Грех читерить нельзя. А как? Да, ага. Нам-то надо вниз, значит, давайте вот так будем. Оп, так вот. И вот так вот, отлично. Все читеры попадут в ад. Ладно, одно дело баловаться читами, а другое дело их прям в реальной игре против реальных людей не. Это фу, это таким быть прям вообще нельзя. Вижу. Save ahead? Спасти голову? Ну да, мне так моя голова нужна еще. Так, а... Подожди, там не надо мне. Это сюда? Это... Сюда. И вот так вот. Ну, легкие головоломки, легкие. Я думал, уж у... Кто? Против кого я? Против сатаны? Я думал, у сатаны будут какие-нибудь штуки посложнее. И не сюда еще? Походу, тут тройная защита. Ну да ладно. Ну, это тоже, знаете ли, легко. Ха! Думал, я тебя не замечу, а я тебя заметил. Немножко, конечно, подлагивает в какие-то моменты, но... Это, наверное, сатана строит козни, чтобы я никак не выиграл. А, не такие наверняка. Мы же точно не можем знать. Какой сатана на самом деле? Хорошо, я так вот быстро нажал на кнопку, чтобы остановился вот этот вот ключик, а иначе бы он пошел бы на ретюрн и все пришлось делать заново. Но мы не такие, мы все молодцы. Вот так вот, понял, да? Еее! Вернись и отключи это! Ты не можешь так играть! Ну еще мамочку позови, ты серьезно. Не можешь так играть, не можешь. Надо было нормальную игру делать. Не можешь. Во, вот это музон пошел. Вот это, ай. Все, музон пошел нормально, идем мы хорошо. Да блин, почему ты так рано прыгаешь? Вот опять. Да еще разок. Это был пробный забег, это был пробный, я не ожидал. Все, сейчас будет как нормальненько. Нам надо Нам надо уплетать. Пони просто хочет кушать, и она своим вот этим адским лучом притягивает к себе эти головы и пожирает. Или же просто взрывает. Почему бы нет? Ну вот теперь это не какие-то кусочки пиццы. Это реально видно, что это головы. Но это будет повеселее, чем в начале, да. Билет! Билет! Я пропустил билет! Эти билеты, да, наверное, что-то значат. Ну, я надеюсь, он еще раз пролетит. В этом уровне. Наверное... Так вот. Да, отлично. Хорошо идем. Мы, правда, не взяли билет. Но не ожидал я, что тут билеты умеют летать. Подумаешь. К тому же эти билеты наверняка дают какие-нибудь обычные достижения. А нам как бы... Мы не за достижениями гонимся. Мы гонимся за... Основным сюжетом игры. Оп, как они близко расположены. А так вот, отлично. Естественно, продолжить. К тому же экран замедляется, когда я использую свой луч. А вот интересно, если я на них напарюсь, мне что-нибудь из-за этого будет? Ты! И это твои приспешники? Нет! Ну, один разок, ладно, мне можно простить. Но не увидел я. Красота! Хорошо, идем. Оба. Оба. Поняшка. Поняшка, рот, открывашка, давай.
Вот так. Да нет! Да как? Я прыгнул! Я прыгнул за ним! Он не, сам не взялся. И ничего я не промазал. Ой, как быстро! Ой, как быстро! Оказывается, если их вовремя не убить, они потом очень быстро к тебе подлетают. Значит, надо их убивать быстро. Да. Я, правда, не знаю, о чем игра, но надо выдумывать сюжет самому. Представим, что эта поняшка хочет защитить свое королевство. Королевство, которое захватили злые силы. И она... И она пытается сделать все, что в ее силах, чтобы спасти свое королевство. И именно она сейчас, на самом деле, ее душа стоит около автомата и играет в эту игру. Вероятно, это какой-то подвид ада, ну, по крайней мере, так выглядит. Это уже Hopeless Soul, надеющаяся душа. Нам сказала, что на самом деле это ад и все дела. И мы сражаемся против сатаны! О, это было близко. Вот так вот. Ну, тут осталось недолго, я думаю. У меня он внизу же указано. Ты жулик. А, нет, смотри, мы человек, правда. Эй, все, я сломал автомат. Все, вся игра... Я попал внутрь. Это, наверное, Hopeless Soul. Похоже, он отвлекся. Это наш шанс. Давай. Этот портал перенесет тебя прямо к основному файлу. Вот он, это основной файл. А там, видимо, находится демон. Эту защиту установил он, чтобы оборонять файл. Но это не проблема, поскольку демон взаперти. Странно. Что странно? А я к нему не могу подойти. Это корзина, да? А, нет, удалить основной файл. А, это надо было нажать. Ой-ой. Чё не так? Чё случилось? Azazel.exe. Приветствую тебя, смертный. Я был создан, чтобы охранять этот файл. Ты правда верил, что это будет так просто? Azazel, ты не дури. Дай мне файл. О, вижу. Azazel! Это рогатый гондон, да? Оба! Я нашел брешь в твоей защите, демон! Покайся во грехе! Слышь! Подожди. Сволочь такая. Ну и все. И что ты сделаешь мне? Детский лепет. Ну, второй раз тебе не победить. Ну, твоя игра, детский лепет. Ты, блин, как лошок, серьезно. Так, окей. Ай, блин, я не успел. Ну, чуть-чуть не успел, ну, серьезно, ну. Так вот. Так. Блин, я теперь не успею, да? Сука! Блин. Еще разок. Ну, это легко. Это очень и очень легко. Сюда. Так, ага. Правильно, молодец. Ну и все. В чем проблема-то? Чего сложного? Просто надо было... Тебя сопровождает удача, а меня величайший разум. Ну, удача, знаешь ли, тоже величайший разум. На. Что, три игрока будет?
То есть мы должны пройти вот так и вот так. Почти правильно, вот почти правильно, вот сюда. Так. А, хорошо. Хорошо. Так, а теперь вот сюда. А-а. Нет. Ну и все, я выиграл. Что ты творишь? Я не подведу своего хозяина. Извините, я просто ржу, не могу. Лошара тупая ты. Гандон рогатый, серьезно, ты лошок, серьезно. Азазель, Петекса, иди ты. Просто. Так. А где выход? А, вот он. Это нам надо... Отсюда же начинаем, да? Вот так, вот так, вот так, вот так, вот так, вот так. Ну, все понятно. Ну-ка. А что означает вот это вот? Давайте-ка, пробник. Ага. Видите, мы... Я не могу их взять. Я... Они просто стоят на месте, и я не могу ничего с ними сделать. Понятно. То есть... их надо вставить в первую очередь, так как никто из нас, наверное, не сможет их поменять, я так понимаю. Да. Так, сюда. Окей, это сюда. Это вот так. Это вот так. Этого нам не надо. Вообще никуда. Ну почти правильно, ну почти. Вот сюда. Вот сюда. Ты что, ускоряться вздумал мне? Смотри. Ай, ты вообще, я не могу. Он такой, такой милый, такой вообще. Ничего не может сделать. Глупец! Твой пророк лжет! Ну, все, твой пророк проиграл. Ты мне был. На моей стороне была удача, на твоей вот это был. На стороне твоей. Удалить основной файл. Мы вот так вот тебе, да? Он. У нас получилось! Тебя обманули! Ну еще кого-то Азазеликсе буду слушать. Мне вот Hopeless Soul. Ничего, я опять сломал автомат? Или что? Что произошло? Что случилось? SatanTech.inc загружается. Ну вот теперь это SatanInc. Основной файл не найден. Продолжить? Наверное, продолжить, я не знаю. Интересно, интересное кино, интересное. Так, ребят, давайте на этом с вами закончим, в следующий раз продолжим. Ну так-то да, тогда ты слушаешь. Игрушка-то интересная, про демонов, что-то про это, хотя вроде бы такая пони и все дела. В общем, я надеюсь, что вам понравился данный выпуск. Спасибо, что его посмотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Филаор, и всем до встречи в новых видео, в новых играх. Пока-пока.